кулаки, большие пальцы вместе. Смотрим на кончики больших пальцев. Дыхание такое. Вдох 8 ударов, выдох 8 ударов. Точнее, вдох 8 ударов, задержка после вдоха 8 ударов. Выдох 8 приемов и задержка 8 ударов. Это так. Вот так, вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Поняли, да? 8-8. Отличие только выдох. Выдох это 8 приемов. Остальное 8, по 8 секунд. Если вам тяжело, сохраняя пропорции, уменьшите глубину. То есть 7-6. Ну, то есть, все остальное остается секунды, приемы одинаково. Если можете глубже, дышите глубже. Всего 3 минуты. В конце вдох, задержка мула банха, удара банха, джанкара банха, корпус, назад, грудная клетка, вперед. Всем ясно или кто-то не понял, как дышать? Задержка сколько? 8. Сколько? Одинаково. То есть, все одинаково, просто выдох. Не в секундах, а в приемах. А руки зачем держать стоянки? Это мудрое переписывание квартиры на гору. То есть, когда вы держите вот так, у вас как бы поднимается это желание отдать мне квартиру. Называется, эта медитация называется медитация изменения эго. То есть, когда вы готовы отдать все, что вам принадлежит, любое ваше эго туда, сюда. Да. Выдыхаешь, как бы, дыша. Вот, дышим. А? Ну, последний раз ты выдыхаешь, как бы, дыша, или выдыхаешь 8 раз по тише? Нет. Последний раз, вот, была задержка дыхания, и потом мощный вдох. И где вас нашел дзинь, там вы делаете последний выдох и вдох. Понятно? Что вы спросили меня? Ну, первый раз я дышаю 8 секунд, да. Потом второй раз 8 секунд я задерживаю. Третий раз я выдыхаю, правильно? Я как бы выдыхаю 8 раз. Да. Да. Поехали.
возникли. Трижды мантра. Сат нам, длинная сат, короткая нам, синхронно. Поехали. Упражнения для... Надо приходить и заниматься полностью, комплексы делать регулярно. Никакие специализированные упражнения никому не нужны. Они никому не помогут. Ну, что помогут, не знаю. То есть стандартный набор вот... Какой стандартный набор? Вот то, что вы сейчас вот делаете. Каждый день, по, хотя бы по часу заниматься. Тогда можно что-то сделать. А вот эти все штуки, типа, вот я делаю упражнения на коленах специально. Если вы хотите здоровое тело, вам нужно работать с сознанием, со всем подряд, а не только с какой-то частью, которая в данный момент у вас почему-то начинает болеть. Спасибо. Пожалуйста. А, да. Вот на этой линейке будет объявление, будет здесь прям медитация.